американские граждане в США хотят мир. Нашим правительством управляет главная элита, которая имеет глобальные средства управления. Глобальная элита и корпорации управляют нашей политической системой и организуют согласно их потребностям и правилам под повесткой дня Организации Объединенных Наций 21 руководящий принцип. Перед американской гражданой. Гражданской войной 1861 граждане контролировали большие корпорации. Военные действия и наслаждались миром и демократией. В настоящее время богатое элитное федеральное банковское дело управляет валютой США и использует Вашингтон, округ Колумбия как стадия, чтобы сделать войну и замешательство глобально. Большие корпорации, автономные технические структуры, машины, которые следуют за логикой, врожденной их проекту. В настоящее время эти большие корпоративные машины глотают проживание и естественные системы, включая людей, в один конец, и выделяют мертвый мусор и трату, включая старых людей, другое содействующее замешательство. Эти машины не представляют американских граждан. Эти машины не имеют никаких врожденных моралей, чтобы препятствовать им совращать наших политических деятелей и граждан Америки, не спровергая наши демократические процессы или лежа, чтобы максимизировать их личную выгоду. Эти машины не знания американского народа. Большие операции элиты делают их собственные законы главной степени. Сегодня в Америке мы живем под плутократией богатой глобальной элиты их корпоративных машин. Они полностью разрушили американскую демократию и теперь разрушают самые основания наших жизней и физически, и нравственно. Эти машины оставляют наших детей, чтобы стоять перед уродливым будущим сражения с друг другом по пожеланиям элит. Единственный аргумент, которые граждане могут собрать против этого неустанного разрушения, являются этическими. Обязательство управления для всего создания планеты Земли и расширение братства к будущим поколениям на всем свете в мире. Less from that than I have from the Iraq War.